Привет всем. 23 октября. Идем же, проверим урожай на моем болотце. Сегодня я буду идти в обратную сторону, потому как в той стороне уже лазит некто. Сегодня я приехал поздновато сюда. Уже автомобили вокруг стоят. О, но это мне не мешает находить вот таких красавцев. Посмотрите, это же просто эталон подосиновичной красоты. Какая толстая ножка. Слышно, там машина подъехала. Надо вести себя тихо. Грешен, друзья мои, не взял я сегодня корзину, спешил. Пришлось взять ведро с машины. Забыл, просто забыл ее. А хотите, покажу нечто. Смотрите, такая трава. Еще зеленая. А здесь из-под листьев золотых выглядывает два подосиновика. Один такой внушительных размеров. Один чуть меньше. Еще где есть, они же присыпаны листьями. Сегодня был очень густой туман, ну вот он уже и подрассеивается, но солнышко не видно. О, смотрите, мне кажется, что именно в это время года они самые красивые. Потому как и влаги достаточно. Видите, он прям выпал. Светок его достать пытаюсь. И влаги достаточно, и на солнышке они не выгорают. Нет слов. Вон, если вам слышно, там уже сигналят автомобили. Вот рядышком, смотрите, с другой стороны. Что тут краснеет? Что-то большое. Ну-ка. Ой. Вот это здоровяк. Какой там белый, смотрите, я таких белых не находил. В этом году точно. Чувствую себя каким-то Штирлицем, что ли. Нельзя же, чтобы кто-то увидел, что я тут нахожу. Иначе потом отсюда метлой не выгонишь. Вот я его чуть подчистил. Такой тяжеленький. Так. И пока я тут чистил, смотрю, краснеет он. Маленький еще. Сейчас полезу за ним. Традиционно трудно достать его на этом месте. Постараться. Вот он. Я просто лежу на ветках и пытаюсь достать рукой. Это все вот здесь происходит. Вот, вот мое ведро. Так это, друзья мои, я только зашел. Только-только зашел. И уже так хорошо.
Ага. Есть маленький малыш. Маленький малыш. Тавтология какая-то получается. О, матрешечка. Смотрите, сквозь серые ветви можно рассмотреть вот такой, а самое интересное, вот такой, он огромен. Сначала маленький возьмем, а большой оставим на закуску. Чем не люблю ведро, оно гремит. А ну-ка. Ваш остановенький. Краснючки вы мои, краснючки. Дайте ж я вас расцелую. Золотые мои краснюки. Мы еще повоюем. Зачетный вообще. Класс. Надо тут обследовать. Эти кусты вижу. Вижу еще что-то. Не знаю, то... А, то не подосиновик. Какая-то фигня. Вот же ж они, подосиновики. Растут под осинами. Это осина. Тут и береза есть. Но подберезовики не встречаются пока. Да и как-то не встречались. Я тут не один год уже пасусь. И, наверное, не один я тут пасусь. Есть у меня такое подозрение. Я представляю, что будет, если мы встретимся с этим некто. Друзья, что я вижу? Это находится в метрах в 10 от меня. Мне страшно подходить даже. Идем же скорей. Посмотрим. Ух ты, ё-моё, да там такие стоят. Блин, тут же надо влезть как-то. Это чудо. Чудо! Смотрите, это чудо! Он чудесен! Какая ножка! Какая шляпа! Вот, вот еще! Давайте с большого начнем! Ух ты! Я таких еще, честно, не встречал никогда! Это просто бомба. Ну-ка. Это какие-то элитные прям сорта подосиновиков. О, а тут еще вот лезет молочный. Класс. Это просто бомба. Я не могу с ним не зачекиниться. Смотрите, как моя репа большой. Еще раз покажу. Класс. Этого подосиновика прям по отчеству хочется называть. Вызывает уважение. Мистер подосиновик. Да, если бы он участвовал на пол ведра мне... Если бы он участвовал в конкурсе красоты, он бы занял первое место однозначно. Ну, а этот второе. А этот, сами определите.
Подосиновикович. Подосинокович. Подсказывает мне, что надо смотреть внимательней. Видите, прям вот из корней лещины этой растет. Рос, вернее. А я же сегодня забыл корзину дома. А потом преодолел большое расстояние и понял, что ее забыл. Вот, и подумал, что это плохая примета. Друзья, не верьте в приметы. Всегда пребывайте в хорошем настроении, и все будет получаться. Вот, например, как у меня. Кроха наша. Будет ли вам видно, друзья? Ну, мне видно. Красота. Ну, очень, очень прелестный. Ой. Но этот вообще, это только за одним им можно было сюда ехать. Тут что-то такие звуки издавало, пролетало. Ну ничего, я тут 1.5 метра прошел и увидел вот подосиновичек. Он невзрачен только сверху, а здесь он очень красив. Ну что, говори, прячется тут кто-то еще на этом болоте из ваших? Да-да, я все покажу. Смотрите, идем за мной. Вон он, хватайте его. Ага. Я понял хитрость старого подосиновика. Он мне сдает разные непотреб. Погрыженный. Не, ну чё, ничего такой. Так не хочется, чтобы кто-то прикасался к его шикарные губки. Честно говоря, его и жрать стыдно. Его даже мыши боялись грызть. Наверное, это царь подосиновик. А тем временем я наблюдаю кое-что еще. Если то не листик. Вот. Надеюсь, что это не листочек. Идем же скорее проверим. Тут так просто к нему не пройти. Надо обходить все. О, там он там не один. Это просто три его там. Сейчас посмотрите. Мне это уже видно. Я первый, так сказать, насладился этим видом. Это три его. Хочу показать вам с этого ракурса. Так, идите сюда, мои ненаглядные. Сейчас. Опс, веточку убрал. Сейчас еще. Опс. Солдатики. Вам там будет не скучно. Красота. Все говорят,
что мы вместе. Все говорят, но немногие знают, в каком. Я их даже разделять не буду. Пускай будут вместе. Такс. Мышей тут тьма. Идешь, они так и рассыпаются у тебя из-под ног. Вот здесь вот местяк такой, что тут должны быть по-любому. Наверное, кто-то все-таки захаживает сюда, кроме меня. Ну, если я его встречу, я сделаю такой вид, как будто я тут случайный прохожий. О, вижу красотинушку. И вам покажу. Смотрите, они просто блестят, как рубины во тьме среди этих серых и невзрачных кустарников. Так, ну рубины ж надо добывать, поэтому сейчас будем пытаться туда пролезть. Надо просто брать с собой треногу, ставить и показывать вам, как я это делаю. Это комедия просто. Вот, наконец-то, я его настиг. Ой. Не могу достать. У меня даже вон жопка слетела. Надо ветки убрать. Ох, достал. А болотце-то цветет. Так вот, что еще хотелось бы отметить по поводу примет. Вы же знаете, когда люди едут на рыбалку, там есть примета, с собой рыбу брать нельзя. А я сегодня утром покушал жареных грибочков. Ну, думаю, точно. 100% плохой знак. И видите, ничего, все нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, как отметила одна из подписчиц, которая говорила мне чистить грибы прямо в лесу. Все лесное нужно оставлять в лесу. А посему поесть грибов перед выходом будет не лишним. Я шучу, конечно, кто понял шуточку. Так, тихо. Я увидел чье-то красное ухо. Вон там. Ну-ка. Не будем его пугать. Просто схватим за горлышко. И прикроем его домик. Тут как раз местечко для тебя. Сегодня мы собираем элиту. Там уже кто-то ломает камыши. Надо продвигаться в темпе. Зато вот когда с корзиной лезешь через такие кущери,
ветки прокалывают грибочки. А здесь грибы защищены. Вот хочу вам подарить еще немного положительного в этой жизни. Ну разве это не классика? Зеленая травушка, тропинушка. Идем же к нему. А пока идем, нужно же под ноги смотреть. Можно и подавить нечаянно. Смотрите, как он тут хорошо стоит. О, он тут не один. Два принца. Идите сюда. Ну как? Приятной кривизны. А вот уже добить вас, друзья, хочу. Толстоногий наш. Иди сюда. Присоединяйся. Ух ты. Ну это вообще уже сумасшествие какое-то. Ущипните меня. Я не сплю. А это что за писюнчик рядом? Фух. Видите, даже ножка краснеет. Картина маслом. Идем же дальше. А вот полюбуйтесь, я ведь его прошел, когда шел в ту сторону. Это на другой стороне болотца. Такая красота. И я пропускаю. Хотя хоть два раза обходи. Болотушка. И все свежие, все крепкие. Элита. Были года, что я действительно по два раза его обходил. Так, тихонечко. Чё это он так набекрен? Чё это его тут перекособочило, что ли? Камышек не дали вырасти правильно. Ослепляющая белая губочка. Черный кепи. И такой формы бывает. Нестандартной. Слегка веточки на него с листиками поприлипали. Ой, так не хочется, чтобы губкой он касался. Ног. Головой касался чужих ног. И вот сразу же, буквально сразу же. Можно не увидеть его, нечаянно пропустить. Ибо он такой
сливается с листвой. Вот. Такие бывают еще. Попался. Я просто не перестаю удивляться. Смотрите. Посмотрите. Там такая шляпень. Ну-ка, идем к ней. Так, оставляем ведерко тут. А сами лезем в эти тернии. К звездам. Я просто потрясен. Как его не нашли тут? А, он тут не один. А, это сиамские близнецы. Не встречал такого. Видел поцелуй на прошлой своей грибалочке. Ну. Чтоб настолько в засос еще не встречал. Какой интересный экземпляр. Ну вот, я вернулся в то место, с которого начинал. Далее по плану отнести эти грибочки в автомобиль и посетить место произрастания белых грибов. А также еще тут есть пару болотец. В общем, смотрим. У меня-то, конечно, есть еще пакет. Но некоторые снобы из наших зрителей мне этого не простят. Я за ведро уже выгребать буду. И вот, уходя, как говорится, на посошок. Смотрите, что там торчит. Сейчас перелезу, погляжу. Ой-ой-ой, а я там еще увидел. Лезу буквально на пузе. На пузе. Ну этот старый, да? Не, он не старый, он просто поеденный. Я его брать не буду, он огромный. Да, мы посмотрим. Нет, я его брать не буду. Он большой, пусть его мыши доедают. А все потому, что я там увидел еще один экземпляр покрасивей. Ой, сейчас. Где же он тут был? Ага. Ага. А он даже, возможно, такой же. Сейчас будем смотреть. Ой, я весь зеленый от этой... От этой фени. Вон он торчит. Не могу туда пролезть. Вот он, друзья. Такой здоровый. Ну-ка, иди сюда. Иди к папочке. Вот это будет вишенка на тортик. Очуметь. Ну вот у него пригодно осталось только шляпка. Ножку я срезал. Сейчас покажу, почему. Так, как его положить? Вверх, губка или вниз? Давайте так. Раз. Вот он был слегка червоват. Именно ножка. Полюбуйтесь, это тот, который я там оставил. Может его спрятать лучше, да? Сейчас. Ну как вам, друзья? Неужели это не заслуживает
парочку комментариев. Хотя бы одного. Итак, ведро уже под завязочку. Видите? Возвращаюсь к автомобилю. Вон моя ласточка.